გამარჯობა. Საქართველო აუცილებლად იქნება ევროპაში. Да, именно в Европе, вместо Грузии, Украины и Молдовы. Именно за Европу и место в Европе боролись наши предки, в том числе и мои предки. Украина и наша команда сегодня сделает все для того, чтобы Грузия присоединилась к большой европейской семье. Очень обидно сегодня осознавать, что все грузины стали заложниками одного олигарха. Кстати, члены его семьи полностью живут в Европейском Союзе, а грузины теряют шанс и должны сегодня ожидать. Я надеюсь, что грузины сделают правильную оценку действиям своего правительства. Дидеба Украинас, дидеба Сакартвелос.